Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Друзья, доброе утро. Мы находимся с вами в отеле Grand Park Lara. Сейчас мы пойдем с вами на завтрак. Здесь сегодня прошел дождь с громом, поэтому холодно. Отель Grand Park Lara расположен в 23 минутах езды в 14 километрах. Рейтинг отеля на сайте Top Hotel 4.61. Отель находится на второй береговой линии до пляжа. Нам идти вот сюда, по дороге, ходит машинка, пешком где-то 3 минуты. Через дорогу находится отель «Дельфин», «Дельфин Империал», «Фейм Резидент», «Конкордия». Торговый центр находится недалеко, в 5 минутах от отеля. Это у нас главный ресторан. Смотрим, что у нас здесь на завтрак сегодня. Картофель, картофель фри, яйца, все стандартно. Это диетический стол, здесь йогурты, помидоры, огурцы, сыр, варенье. Колбаса, сыр. Есть два вида супа с утра. Прямо здесь же пекут выпечку. Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Это территория отеля днем. Прошел дождь. Сегодня был сильный дождь. В бассейне вода холодная. Тут небольшой подогрев есть, но возможно он нагревается сама от солнца. Друзья, давайте с вами посмотрим спа отеля Grand Park Lara. Есть тренажерный зал. Как вам спа? Отлично, такой релаксирующий сауна. Шикарно, и сауна даже не 60, а где-то 80. Минутку буквально. Целительная. Давай.
закрытый детский бассейн. Видите, здесь есть крыша. Он находится в тени. Мы все еще находимся в отеле Grand Park Lara. Сейчас мы с вами пройдем на пляж и посмотрим, сколько же нам надо идти до пляжа, далеко ли он находится от отеля, какой пляж, что есть на пляже, сколько шезлонгов. Сейчас все видите своими глазами. Пойдемте. Для того, чтобы попасть на пляж, надо перейти дорогу, надо нажать кнопку, дождаться, пока сгорит зеленый свет, и вот мы переходим. Вот на таком каре можно добраться до пляжа. Ходит он по заполняемости. Мы сели в машинку, едем на машинке. Здесь 400 метров. Вот такой водитель нас везет. Привет! От отеля до пляжа на машинке 3 минуты езды. Это совсем подать рукой, очень близко. Пешком минут 5-6 будет идти. Давайте посмотрим, что есть на пляже. Вот он, вход на пляж. Здесь справа находится вот такой вот бар-ресторан, где можно покушать. Сейчас зайдем, посмотрим, что там есть. Здесь есть небольшая детская площадка, которая закрыта от солнца. Вот видите, здесь бар. Вот здесь раздача еды, но сейчас еще завтрак, ничего нету. Вот такой красавец-бармен обслуживать вас будет. Значит, смотрите, здесь пляж, он небольшой, здесь порядка 300-400 лежаков. Рядом находится отель «Дельфин Палас» и «Дельфин Империал». Вход здесь песчаный, вход здесь хороший. Здесь у них есть волейбольная площадка. В отеле порядка 3000 человек может быть заселено. Здесь мы видим всего лишь 300-400 шезлонгов. Поэтому могут быть моменты, что не будет хватать шезлонгов. Вход здесь песок. Для детей здесь будет очень хорошо. Вход пологий. Песчаный. Вот смотрите, вот такой песок. Здесь, видите, небольшая галька есть. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как вам отдыхается в отеле Grand Park Lara? Отлично, очень уютный отель, номера очень чистые, обслуга очень вежливая, разнообразие пищи очень достаточно широкое, то есть можно покушать как ребенку, так и взрослому, и диабетику, и не диабетику, то есть на все вкусы. Вам нравится отель? Да. Вы поехали бы еще раз в него? Да. А то, что много людей в отеле, вас не пугает? Ну вот, я бы поехала, наверное, еще раз в мае, потому что народу не очень много. Ага. А вот я думаю, в сезон тут очень много народу и... Много людей, да? Очень много людей. Как вам пляж для ребенка? Вам нравится вход? Вы купались уже? Нет, мы еще не купались. Мне единственное, мне нравится, что пляж грязноватый. Грязноватый, да? Да, грязноватый. Окурки, хабарики, то есть, ну вот это, наверное, минус. Есть. Лежаки, да, вот это все прекрасно, достаточно много места, но... Конечно, вот грязь. Что-нибудь еще хотите рассказать, поделиться какими-то впечатлениями отеля? Как вам анимация? Анимация, мы с ребенком не ходим, он еще достаточно маленький, поэтому он еще не понимает. Ну, он танцует, но так как у нас режим, мы в 10 уже спим, поэтому как бы он посмотрит, потанцует, все здорово. Ну, а мы уже потом с папой идем смотреть взрослую анимацию. Нет, достаточно красиво, танцоры, профессионалы, нравится. Хорошо. Здорово. Спасибо большое за ваш отзыв. Спасибо. Спасибо. До свидания. Хорошего вам отдыха. В отеле вас встречают шампанским и клубникой. Попросил специально стандартный номер посмотреть в отеле Grand Park Lara, так как он без балкона, они маленькие. Номер у нас будет 5302.
сейчас мы с вами его посмотрим. Номер 5302 находится в корпусе С. Это стандарт. Очень мне интересно было посмотреть стандарт, потому что он небольшой, у него нету балкона. Значит, смотрим, что здесь. Покрытие у нас ламинат. Идем дальше. Ванная комната, одна раковина. Плитка. Все красиво, чисто, аккуратно. Мне нравится. Здесь душ, кабинка. В номере есть фен. Обратите внимание, есть сейф, он бесплатный. Также есть тапочки в каждом номере. Здесь у нас плазменный телевизор. Вот такая вот у нас кровать. Здесь может или быть одна большая кровать, или две маленькие. Кондиционер здесь, видите, сплит стоит. Вот у нас вся комнатка, она небольшая. В принципе, все в порядке, она достаточных размеров. Единственное, нету балкона. Сейчас посмотрим, какой там вид. Вот оно окно, сейчас мы посмотрим, что открывается. Здесь у нас, видите, вид на сады. И с другой стороны у нас на территорию. Здесь боковой вид. Она прочитала, что вы поете. Честно. А там где стрекоза, стрекоза, стрекоза. День Турции в отеле. Очень шумно, весело, прикольно. Здесь мега вкусное мороженое. Есть орехи, всякие варенья, джемы, которые можно использовать с мороженым. Вот, смотрите. Это такая красота получается, если я достану. Не достается. Вот, смотрите, какая красота получается. Вот такие котята здесь. Вот кошка бежит защищать своих котят, чтобы никто не трогал их. Не волнуйся, кошака. Друзья, добрый день. Мы находимся с вами в отеле Grand Park Lara. Он находится в регионе Лара. Это Катерина. Она мать двух детей. Она здесь отдыхает. Она нам сейчас расскажет об этом отеле информацию, поделится своими впечатлениями с точки зрения матери. Здравствуйте. Здесь такой очень интенсивный отель. Все время кто-то ходит. Множество людей. Здесь, наверное, хорошо будет тем мамам, которые активные, которые любят шум, толпу. Есть отдельное пространство для маленьких совсем детей, то есть такое детское пространство. И там есть мини-зоопарк, качельки, различные горки, то есть там можно оставлять ребенка, за ним присмотрят. Есть, вот это для маленьких есть пространство, есть для постарше уже 10, 11, 8, 9, 10, туда, постарше детей. Для них проводятся костюмированные всякие представления, репетиции. И если дети более самостоятельные, то тогда можно вот здесь находиться. То есть если ребенок к маме прилипший, то тогда ей придется тоже передвигаться вместе с ней, потому что людей очень много, и надо присматривать. Да, ребенок сам может потеряться. Мы вот троих отпустили, и сейчас я присматриваю за ними так издали через окно, насколько это возможно. Есть маленькие сюрпризы, неожиданные. Есть, например, вот вода в банках, какие-то такие, в баночках пластиковых. А не бутылка, стакан. Да, не бутылка, да, это было необычно. Не знаю, насколько это прям так мега удобно, но это точно необычно. Для каждого ребенка или для каждого номера, где есть дети, выдают такой сюрприз неожиданно. Это золотую рыбку. Ого, круто. В настоящую, живую, в маленьком аквариуме с камешками, с едой. И то время, которое ребенок живет в этом отеле,
все это время с ним живет маленькая золотая рыбка. Угу. Он ее кормит, ну, то есть вот, ухаживает, а потом при выезде сдает. Это такой элемент, который нигде я не встречала. Он живой. Ну, то есть это угу. такой очень неожиданный элемент. Расскажите вам, да. как территория отеля? Я никак не пойму, как территория отеля, потому что очень много людей, очень большая заселенность. Судя по всему, это востребованный очень отель, такой, в котором много ездит людей. Mm-hmm. Вот. Здесь хорошая кухня, здесь очень чисто, хороший Wi-Fi, что помогает мамам. Например, я могу с ноутбуком, с телефоном перемещаться в любой точке отеля, возле бассейна, в номерах, везде есть хорошие. Здесь хороший Wi-Fi. Это помогает мне в любой точке, находясь с детьми, продолжать свою деятельность, общаться и так далее. Вот. То есть это хорошо. Здесь небольшая территория вроде как, но каждая ее точка в зелени, то есть они максимально сделали, да, максимально использовали пространство, чтобы сделать даже небольшой отрезок для такого большого количества людей в зелени. То есть многие разные виды растений, вот, но очень, очень плотно они. Пляж. Мы не дошли еще на пляж, а мы второй день здесь, и мы пока осматриваем все, что есть. Номера? Номера чистые, прекрасные, вот чистота очень хорошая, аккуратно все есть, все удобно сделано. Не мешает ли вам шум, когда вечерняя анимация проходит? Ваши номера выходят сюда? Наши номера, видимо, выходят... А, была анимация, но мне особо не мешало, достаточно закрыть двери, и будет, было бы, ну, становится нормально. То есть, если в других отелях надо еще ждать, пока дискотека закончится, то здесь плотно закрываются двери, балконы, вот, и все хорошо. Да. Хватает ли вам еды в ресторане? Очень много людей. Да, нам хватает еды с головой, долгие завтраки, обеды, ужины. То есть достаточно времени для того, чтобы постоянно есть. И есть промежуточные точки питания. В любую жару есть мороженое, пончики. Ну, то есть для детей всегда есть что, в общем, что перекусить, чем заняться, как отдохнуть. То есть есть. Отель ориентирован на детей. Я бы сказала, что на молодых родителей с детьми, потому что здесь бизнес-категории много, ну, которые параллельно работают. Вот я оглядываюсь и смотрю в конференц-зале, и вокруг меня люди сидят и занимаются своими делами. И при этом есть пространство для детей, достаточно интенсивно используемое. То есть есть аниматоры, которые работают с ними, и они оберегают их, обезопасивают. Ну, то есть нормально. Вы приехали в этот отель еще раз? Не знаю, я скорее по тишине, здесь очень много людей, но есть люди, которые любят тусню такую интенсивную. Я скорее по тишине, ну, наверное. Это отель для родителей, которые любят активный какой-то отдых, тусовки, активный, много шум, людей, да, анимация, да, разные национальности, разные люди приезжают. Здесь действительно востребованный отель, место хорошее, люди очень активные, и да. Недалеко от аэропорта, 12 километров очень за счет близко, этого. Да, очень близко. 15 минут, и вы уже в отеле, ехать никуда не надо. Да, и тут хороший песчаный пляж. К сожалению, вы еще не добрались до него, но он там есть. Хороший. Ну, мы собираемся до него завтра добраться, поэтому тут точно здесь чистота, Wi-Fi, еда, все очень хорошее обслуживание, быстро реагируют, никаких задержек нету, то есть есть отели и в Египте, и в Турции, которые очень медленно реагируют. Здесь моментально сразу выполняют просьбу, ну, то есть все хорошо. Катерина, спасибо большое за ваш отзыв. До свидания, хорошего вам отдыха. Благодарю, вам тоже хорошего отдыха. Спасибо. Отель, мне все очень понравилось. Хочу вас попросить сказать пару слов нашим телезрителям про свой отель. Ну что, ждем вас в наш отель Grand Park Lara. А также я хотела бы напомнить, что в отеле у нас есть группа по поддержке гостей Guest Relation, где наши гости могут попросить любую информацию, помощь, высказать свое мнение, либо пожелания. То есть вот так вот. В любом случае всегда поможем. Я понял. Ждем вас в отеле Grand Park Lara.
Виктория, спасибо большое за помощь. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Давайте с вами подведем итоги по отелю Grand Park Lara. У меня есть предложение. Я хочу попробовать внедрить систему оценок. Что вы на это скажете? Прокомментируйте, пожалуйста. Если вы считаете, что это имеет право на жизнь, напишите «да», если нет, значит нет. И я не буду в дальнейшем использовать систему оценок отелей в видео. Какие будут критерии оценки? Пятибалльная система. И мы будем оценивать пляж, территорию, питание, номера и другие факторы. Давайте начнем с отеля Grand Park Lara. Он расположен недалеко от аэропорта, поэтому по пятибалльной системе расположение ему 5 баллов. Питание 4 с плюсом, крепкая четверка, потому что питания много, оно есть. Единственный минус, что очень много людей. Пляж. Пляж хороший, песчаный, 4 с плюсом. Есть момент, что немного лежаков, поэтому, может быть, всем не хватит их. Территория. Четверка, она небольшая, компактная, но на ней все есть. Анимация 5. Здесь анимация очень сильная, хорошая и для взрослых, и для детей. Детская анимация, детская концепция здесь на 4 с плюсом и даже все-таки 5, чем 4 с плюсом. Я рекомендовал бы этот отель посетить, но с определенными оговорками. Здесь есть нюансы. Это то, что это большой отель, в нем может проживать одновременно около 3-4 тысяч человек, и это налагает определенные неудобства. То, что очень много людей. Этот отель детский, здесь очень много детей, у них есть детская концепция, у них есть такая фишка отеля, что при заселении детей им дают рыбку, и на протяжении всего отдыха они кормят эту рыбку, ухаживают за ней, и когда уезжают, возвращают рыбку обратно. Такая фишка очень интересная, и она очень понравится вашим детям. Это визитная карточка отеля, можно связаться с ними, если какие-то возникнут вопросы. Друзья, спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.